Девочки, всем добрый вечер. Рада всех приветствовать вас на нашей трансляции. Сегодня у нас шикарнейший обзор, шикарные поставки. Будет очень много классных сортов, очень-очень много мутантов, бабочки, пилорики, бабулетки, трилипсы. Вообще все на свете, самые классные, самые интересные. В общем, будет все. Начну всех потихонечку, по чуть-чуть показывать вам. Будем вместе с вами любоваться. Итак, начну с первой красотищи. Добрый вечер, добрый вечер. Так, первый у нас вот такой вот красавчик, биглипчик. Ух, не стоит, нужно помочь. Полный горшок корней, караж через верх просыпается. Вот такой вот шикарный биглипчик. Что-то в стиле фантома, плотно цветковый. Сейчас покажу поближе интереснейшую текстуру цветка. Такой вот интересный кремовый красавец с темно-бордовым приглушенным напылением. И вот такой вот нежнейший лиловый губой. Будет все, и шоколадки в том числе. Много-много всего интересненького. Такой вот красоту. Идет он на два цветоноса. Цветочек 9 сантиметров, плотненький, мультифлорный красавец. Смотрите, какая будет высокая, роскошная, пушистенькая шапочка. Шикарнейший экземпляр, шикарный на корне, шикарная толстенькая шейка, розеточка. Номер для брони 101, цена 300. Далее. Персиково-розовый нежнейший биглипчик с плотным цветочком, с таким, знаете, нежнейшим кожаным, я бы сказала, напылением. Такая вот прям микро-микро кожа, что-то вот есть у него такое вот интересное. Причудный такой вот клубничный цвет, какой-то интереснейший сложный переход. Цветочек 9 сантиметров. На один цветонос вот такой вот пушистый красотун. Наш номерочек 100, цена 2300. Давай я сюда. Держи. Так, обалденнейшее яркое желтое солнышко. Вот такой вот пушистенький биглипчик с лиловыми веснушками и интересной яркой губой. Что-то в стиле гриндейнсера, но это у нас эксклюзивчик. Классный, кстати, на корешульке, пушисто-цветущий. Такая вот у нас интересная красотулечка. Интереснейшая форма цветка. Белая кучерявая юбочка, золотистые веснушки на губе и розово-сиреневый вокруг колоночки. Плотный цветочек. Очень такого яркого, зеленого, необычного цвета. Вот такой вот классный прям неончик. И форма, да, необычная какая у цветка. И у самого цветка, и у губища, и да. И разрезики вот здесь на талиях. Да. Он весь вот такой вот прям очень кучерявый, красивый, необыкновенный. Наш номерочек для брони 112, цена 2800. Давай. Держи. Девчонки, не забываем, что можно также ставить брони на отмену. Некоторых растений несколько штучек в наличии, пришли палетками, какие-то всего лишь в единичном экземпляре. Растюшек очень много, бывает, что девчонки отказываются, не все могут унести, поэтому показываем. Итак, пришли к нам классные крупные единорожки. Такой вот персиково-желтый красоту с белой губой, манящими веснушками, компактный кустик, хорошие на корне единорожки, самое что главное. Номер для брони 111, цена 3400. Два цветоноса роскошнейшей красоты будут доращивать свои классные пушистые цветоносы. Единорог у нас цветет шикарнейшим каскадным цветением, своим обалденным крупным цветочком. Такой вот красавец. Так, первая у нас Елена Деркач, вторая Елена Бобрышева. Единорожки есть еще. Какой 112? Это кто? 101. 112 это тестик, чем-то похожий на гриндэнсер, но гриндэнсер, но чуть-чуть отличаются веснушки, как мне кажется. Ну, единственное, что очень вот у разных садовников. Серединка. Можно ближе показать? Да, единственное, что у разных садовников цветение может чуть-чуть отличаться. Вот такой вот 112-й, их тоже несколько штучек. Так, держи,
112 Елена Бобрышева. Так, а на эти первые что? Повтори мне, пожалуйста. Елена Деркач, Елена Бобрышева. Так, дальше у нас мутантик. Полубразер Ю, полубордовый вот такой вот вельветовый красавец. Слева у нас более такой нежный лепесточек, не скажу, что сильно мягкий, ближе к средней плотности. Справа прям плотный, роскошный бархат. Видимо, прям отличие в мутации на стороне Бразер Ю. Такой вот прям покрупнее цветочек, яркий, насыщенный, лиловый. Такой вот мутантище шикарнейший на корни, на розеточку. Также заглянул к нам в эксклюзивчиках. Номер для брони 102, цена 2600. Что еще? Пришли к нам роскошнейшие черные лебеди, классные, на корешуле, на розеточке. Такой вот мутированный крупный черный цветочек, самый черный из всех черных и самый крупный из черных в полном размере. Цветочек у нас 7 сантиметров. Такая вот интереснейшая текстура. Тоже обязательно сейчас вам максимально близко под увеличение, максимально подробно все покажу. Мне нравится, когда источник света попадает, и у него прям такое классное свечение. Вся кожа каким-то вот и красным, и бордовым, да. И черным играет, да, красным несколькими оттенками. Таким. Он очень такой кожаный, плотный. Угу. И в домашнем цветении он обильно цветет. У него не такой разреженный цветок, а прям вот более домашним кучные они, цветы. Да, они каскадом. Очень красивые. Да. Лебеди к нам пришли на два цветоноса, мультифлорец со всех почек, шикарные на корни, толстенькие на шеечке, обалденнейшие экземплярчики. Номер для брони 113, цена 2900, несколько штучек в наличии. Так, 113 вижу, бронь Елена Бобрышева. Покажи вот этот цветок, смотри, какой он интересный, он как бабочка, ну у него нет защипов, но по форме, да? Да, мутация. Длинная-длинная сепалия. И такая прям аккуратненькая, вот петалечки такие хорошенькие. Да, вот он и пришел в эксклюзивчиках, а у него не просто мутация цветочка в черный цвет, вот даже видно, что он весь объемный в 3D, вот такой вот крупный красавец. Так, 113, Елена Бобрышева. Так, что еще? Сегодня максимально огромное количество интересностей. Беглипчик принцесса. Цвета такой чайной розы. Безумно красивый розовый оттенок. Милейшие веснушки. Вот такие вот защипчики. Особенность сорта, как у карибской мечты. Вот такой вот. Мультифлорнейшее растение, классное на корешульке, толстенькое на розеточку, обалденнейшего качества. Номер для брони 115, цена 2900. Сейчас тоже вам покажу поближе, полюбуемся вместе с вами вот этой роскошной красотой. Наисложнейший оттенок не могу сравнить ни с Римом, ни с Бэбифейсом. Вот нет такого цветка, чтобы был именно вот такого оттенка. Вот что-то как-то перекликается, там чуть-чуть вот от Джоли, чуть-чуть от Бэбифейса, но максимально, да, сложный оттенок, вот такие, ну, вот милейшие веснушки. Такой ровный цвет. И защипы, да, вот эти, это же не защипы, а как складки. Особенность сорта, да. Да. Этой. Плотный цветочек обалденного цвета, вот такой. Ой, вот прям в 3D. Внутри. Кто-то видел крапки? Такая вот красотулечка. Номер 115. Там прямо на сепалиях они просвечиваются классные. Так. Для любителей темненьких интересностей роскошнейший беглип. Я думаю, это у нас мальвинка. Ух ты, какая! В эксклюзивчиках. Была. Вот такая вот роскошь. Он вообще крупный, на видео не передается, что он крупный. Размер цветка сантиметров 10-11, прям вот, но крупный, безумно красивый. Губа просто обалденная. Кучерявый это кант. Это что-то. Да, сейчас прям покажу вам вот этот роскошный кантик, весь резной, обалденная губа, вот такая вот. Она большая, огромная губа, да. Еще ни одного цветка такой огромной губы не видела. По-моему, всего два. Сам по себе по текстуре цветочек кожаный, хоть и похож по цвету на мальвину, но прям максимально кожаный, даже видно вот тут вот такие вот складочки. И подпалины черные там, видишь? Да.
Роскошный губастик, номер его 114, цена 2900. Так, и всего два было. Так, 114, Елена Бобрышева. Так, всеми любимая красотища. Кадиллак, бабочка. Кстати, кадиллак у меня еще полубабочка. Один был. Покажешь нам, пожалуйста? Да, покажу. Роскошная красотища. Сейчас мы максимально налюбуемся красотой. Мне кажется, это сейчас самая популярная бабочка, да? Да, да. Ну и, кстати, мне очень нравится, что стали более доступны по цене. Уже нет вот этого 30 тысяч, 20 тысяч. Все страшных-страшных ноликов. Такая вот. Роскошь, кучерявейшая бабочка, размер цветочка 9 сантиметров, роскошные веснушки, золотисто-красная губа, средней плотности цветочек, холодного лилового оттенка. Безумно интересный на ощупь, гладкий вот такой вот кожаный цветочек с кучерявым кантиком и шикарнейшими защипчиками. Мультифлорная бабочка у нас представлена на два цвета носа с хорошенькими корнями, хорошенькой уже такой подрощенной розеточкой. Такая вот красотулечка. Номер для брони 117, цена 11 тысяч, в наличии их несколько штучек. И также в наличии есть одна бабочка. Сейчас покажу вам. Не в полной мутации. У нее здесь корни на троечку. Здесь вот на одном цветоносе полная мутация, на другом цветоносе по половине цветочка. Такой мутантик всего один, номер 160, цена 5500. Такой вот красоты. Такие вот красотулечки. Так, далее. Лека фантастик, лека есть акварельная, есть нет. Такой вот красоту показываю вам сейчас, акварельный экземплярчик. Весь вот такой вот красивый, разукрашенный, со своими безумно интереснейшими сполохами. Здесь практически бабочка. Крупный, 9 сантиметров, цветочек кораллового цвета, мультифлорный, на 2 цветоноса, обалденные. Также на корни, на розеточке. Номерочек для брони 118, цена 2500. Девочки, кто будет бронировать, сразу пишите, акварельный или нет. Так, 118, Елена Сошина. Так, 118, акварель, Елена Бобрышева, Елена Лихих на акварель. Наталья Лукьянова, акварель. Акварельных прям парочка, девчонки. Мы запишем брони на отмену. Покажем. Так, еще один великолепнейший тестик для любителей желтых биглипов. Обалденно крупная яркая гроздь. Сейчас покажу поближе цветочек максимально необычного цвета. Самый новый из всех эксклюзивчиков. Такой вот красотун. Кремово-желтый цвет, обалденные розовые венозные щечки, яркая фуксиевая губа. Вот такой вот красотун, средней плотности цветочек с немножко велюровым, таким тактильно приятным напылением. Крупный роскошный мультифлорный красавец на два цветоноса, насыщенного, классного, обалденного цвета. Мультифлорнейший, шикарнейший корни с мизинец, шикарнейшее розетище, обалденнейшее качество. Их несколько штучек в наличии. 126 номер, цена 2800. Слушай, ну по нему прям видно, что он такой необычный, и цвет у него необычный. Вот это прям не розовый, да, а какой-то такой темный. Он вообще как не настоящий. Как да. Вот продаются вот эти вот пластмассовые веточки цветоносов орхидеи. Вот ровно из этой же серии. Вот никогда не скажешь, что он живой. Максимально несочетаемый, такие контрастируемые, да, яркие цвета. И прям не похож на натуральный, не похож на настоящий. Вот такой крупный, вот балдёжный. Номерочек 126. Огромнейшая, огромнейшая вот такая вот гроздь. Любителям желтых прям вот трепещать и падать. Да, цена 2800, 20 цветоносик. Так, вижу бронь Елены Бобрышевой. Так, биглипы у нас сегодня все
эксклюзивные, все максимально волшебные и невероятные. Так, вот такой вот черничный красавец, их несколько штучек в наличии, практически нон-лип. Вот такой вот красавец, по форме как сердечко, лиловый красотун с темно-темно-бордовым роскошным бархатом. Насыщенный лиловый цвет, необычный тоже по текстуре, по цвету. На 20 тоносика, также эксклюзивчик, обалденнейший экземпляр, на корне, на розеточку, как и всегда. 127 номерочек для брони, цена 2700, и сейчас ближе полюбуемся. Познакомимся с цветочками данного красавца. Ой. Ой. Я там пока цветочки откладывала. Да, какая вот такой красота. Вот плотно-цветковый, округлый. Мне он напоминает галаксинию. Не знаю, вот он какой-то такой вот. Да, прям и колокольчик и яркий. Знаешь, такая? Да, да. Розово-бордовая. Да. Такой вот красавец. И губа кругленькая, но при этом вся такая ушистая. Яркий, да, вот это у него все прям бархатное, такое велюровое. Вот, девчонки пишут, пеларгония, да, вот. Да. Именно вот не похож на орхидею, да, вот что-то. Только крупные. Да. Обалденный, кстати, цветочек где-то 9-9,5 сантиметров, действительно, такой вот прям крупненький. Яркий, крупненький. Номерочек 127. Так, еще из лиловеньких. Сразу покажу еще один пушистый, необыкновенный экземплярчик. Мультифлорный тип цветения, роскошнейший красавец. Мультифлорец со всех-всех цветоносов. Экземплярчики к нам пришли на 3 цветоноса. Мультифлорец со всех почек, все на бутончиках. Такой вот роскошный красавчик. Размер цветочка 8 сантиметров. Яркий лиловый цветочек. Хоть и выглядит таким тоненьким, нежненьким, кажется, что такой хрупкий красавец, но цветочек плотненький, обманчивый красоту. Он мне кого-то напоминает, знаешь, за счет вот этого деления на сепалях, вот эти четкие полоски ровные, когда... Сам по себе цвет акварельный, вот он не однотонно лиловый, да, здесь вот прям вот такие вот нежнейшие разводики акварельные, а поверх черничный бархат. Вот такой вот пушистый красотун мультифлорный, несколько штучек в наличии, 125 номер для брони, цена 2600. Так, 125, вижу бронь Елена Деркач. Так, что еще у нас из мутантов? Шикарнейшее растение на корни, на розеточку. Такой вот обалденнейший темный леопард, безумно красивый, бархатный, роскошный красавец, такой вот интереснейший краб. Цветочек безумно плотный, сжатый, вот такой вот мутированный с темной губой. Мультифлорный красавец, обалденно шикарный куст, 116 номерочек для брони, цена 2100. Так, теперь перейдем к бабочкам-пилорикам. Все стоит вперемешку здесь. Буду показывать, рассказывать по чуть-чуть. Так, такая вот у нас красавица, бабочка ярко-кораллового цвета. Безумно классный, необычный цветочек. Размер цветочка 6 сантиметров. Такая вот интереснейшая муташка. Тоже сейчас покажу поближе цветочек. Такая вот обалденная ягодная красотка цвета малинки. Такие вот у нас, да, она как красная, интересные малина, петали, рюшистенькие. Пушистенькая, мультифлорная, классная на корешулечке. Девчонки, 3 цветоноса, 131 номерочек, цена 2700. Сейчас полюбуемся этой ягодной красоткой. Такая вот прям клубничка по цвету, по размеру, плотный кожаный цветочек. Пушистенькая, с кучей гроздей, бутончиков, шикарнейшие экземплярчики вот на корне, на розеточку. Вот такой вот компактный кустик, их несколько штучек в наличии. Слушай, мне напоминает он коралл, яркий коралл, вот не оранжевый, а такой кораллово-красный.
И вот эта серединка прям малиново-розовая. Ну вот у меня даже сейчас кофта красная, но вот прям вот... Да, он коралловый, насыщенный. Очень редкий цвет на самом деле. Для орхидеи прям вообще редкий, потому что таких красных я не видела еще цветов. Держи, тебе дарю. Так, сейчас еще покажу роскошных брауни, или если на азиатском языке брион. Несколько экземпляров к нам пришло в различнейшей мутации. Можно себе выбрать любую, можно посравнивать. Если кто-то хотел сравнить бабочку, бабулетку, у нас можно сравнить, посмотреть все. Так, у меня они тут не влазят, мне нужно будет ваша помощь. Фу. Да, удержать всю красотищу. Держи. Стоят. Так, вот такая вот у нас... брионовая роскошь. Грядка. Или брауни, да, шикарнейшая грядка во всех мутациях. Итак, есть у нас классический брауни, размер цветочка 8,5 сантиметров, вот такой вот загорело-кофейный красавец с золотистыми оттенками и медно-коричневой губой. Классный плотный цветочек, практически не выгорают на ярком солнышке, когда уже начинают отцветать, становится вот более такого вот розоватого оттенка. Классический, номер 156, цена 2400 на один цветоносик. Также есть бабочка на два цветоноса. Да, уже более бантик. Такая золотистая. Слушай, ну бантик необычный. У него вот защипа бывает у бриона бантик вот как у вот этого защип. Да, мы сейчас а бывает такая сравним, рюшка по покажем. Краю, обалденная, желтая, причем вот такая классная. Полной мутации, яркая, желтая, золотистая, игривая. Как макарошки бантики, да, прям вообще, такая. Вообще, да. Яркая, да, редкий такой бантик. Вот это вот все одно растение на два цветоноса, именно такой бантик. Вот именно вот а этот. А сзади этот бантик розовый. Он у брёвенчиков всегда, да. Да. Именно вот этот вот. Бантик у нас в единичном экземпляре на 20 тоноса, 108 номер, цена 8000. И есть вот такой вот бантик, уже похож на такой вот азиатский. Цветочек крупнее, классненькие экземплярчики. Такой вот тоже с сиреневыми, тут сиреневыми красивыми петалиями. Он такой тут вот нежный, пушистый, классный. Красавец, да. Обалденный цветочек, крупнее, чем у азиатика. Вот такой вот интересный коричневый, пушистенький, 20 тоносика, 132 номер для брони, цена 3800, тоже несколько штучек в наличии. Вот такие вот поля, можно себе выбрать любой. Брион, брауни. Не надо, да, уже вырос. Берешь, ну, вот они все обалденные на розетке, на корешуле, конечно, и азиатика еще растить и растить. Так, еще одна красотища, обалденный необычный пилор. Ух. Такой вот крупный коралл. По цвету мне чем-то напоминает сипалии от пирата Пикати, но вот он прям поинтересней, да. Пороскошней, плотный кожаный цветочек. Сейчас вам покажу. А может, кто-то знает, кто это? Покажу. Малиновые петалии. Угу, яркие, насыщенные, немножко с таким вот золотистым оттенком. Сама по себе губа тоже малиновая. Шикарненький, классненький пилорчик. Кстати, на одном цветоносике мы пилор. На другом цветоносике мы бабочка. Ой, какая. Сейчас разверну, покажу. Ой, какая классная. Ой, какая, да. На два цветоносика один пилорчик, один бабочка. Вот такой вот яркий кожаный красавчик в полной мутации. Номерочек 138, цена 4600 в единичном, девчонки, экземпляре. Вот такой вот акварельнейший красотун. Так, даю пока тебе. Да, похож на красного пирата. Она на меня смотрит. Кто? Ко мне кто? На ручки. Кто на тебя смотрит? Бабочка. На меня все бабочка. Смотрят. Я думала, бабочка я машину пилот. Разверну домой и увезу.
Так, ой, еще одна интересность. Тамара, пилор, бабулеточка, все и сразу на одном цветоносике. Ой. Мы вот такой вот милейший, ну, рыженький пилорик. Просто чудо. Да, тоже в полной мутации. На другом мы вот такая вот милая игривая бабулеточка. Все одно растение, еще только-только на бутончиках в самом начале цветения. Такая вот рыженькая, яркая, не выгорающая, долго цветущая красавица. Номер для брони 139, цена 3500, несколько штучек наличия. Так, 138, Каролина Шишкина. Угу. Тоже сейчас покручу вам, покажу эту роскошную рыжульку. Такое вот необычное растение, очень чудное. Мне вот интересно, если вот один цветоносик пилорик, а другой бабулеточка, то в домашнем цветении это он что? Он может и так дать. А может и бабочкой. Да. А может и пилором, да, полным, а может и полной бабулеточкой. Вот обожаю мутантиков, безумно всегда интереснейшие. Он может каждое цветение по-разному давать. Да, да. Так, рыжуля 139, Тамарка, цена 3500. Тамара или Болонья, в зависимости от сорняка. Так, порадуем любителей зеленых. Мы что-то ушли в рыженькие тона. Шикарнейшее необъятное деревце. Девчонки, вот, вот такенный цветочек размером с ладошку. Два шикарнейших мультифлорных цветоноса. Мне чем-то напоминает по сорту Мару. Такое же сочетание цвета, зеленый с фисташком, небольшие тут веснушки, но при этом мы роскошнейшее дерево беглип, шикарное на корни, компактное на розеточку, и вот такие вот шикарнейшие. Камера немножко его забледнила. На цветение. Да, цвет живой, более фисташковый. Эффект. Да, он прям фисташковый с розовым. Угу. Очень красивый, очень пышный. Вот такие прям вот кустики. Суперский. Да, все обалденные, пушистенькие. Я помню, у нас кто-то похожий беглип вот как-то были 1-2, их забирали, и их до сих пор ходят, спрашивают. Да. А помните, у вас такой был? Вот он еще весь мультифлорный, все вот это вот выглядывающие из цветов мультифлорные веточки. Номерочек 123, цена 2700, несколько штучек наличия. Так, 123, Елена Деркач, вижу бронь. Так, что еще показать? Из похожих сейчас покажу. Тоже тестик. Так, 123, Раида Ефремов. Из похожих есть еще один такой на один цветонос, но более неоновый. Здесь и более кислотный зеленый цвет, и более ярко выраженный лиловый. Сам по себе цветочек кожаный. Такой к нам пришел в единичном экземплярчике. Номер 133, цена 2500. Тоже классный на корешулечке и на розеточку. Так, еще продолжаем мутации разглядывать. Компактная каменная розочка с крупным цветочком 8 сантиметров. Такая вот кожаная красавица с сжатым цветочком. Такой вот темно-бордовый с белым мрамором. Практически мраморная розочка. Вот такая вот интереснейшая красавица. Мультифлорная, классненькая, на корни, на розеточку. Пышный, крупный кустик, крупноцветковый, несколько штучек в наличии. 134 номер для брони, цена 2400. Такая вот муташка, мутантит, как хочет. Красавица. Также из мутантов наличие у нас... черепом и бабочка, и пилор на любой вкус и цвет. Бабочек несколько штучек наличие, пилорчик в единственном экземпляре. Кожаная яркая красавица в исполнении Голландии, более темного такого бордового шоколадного цвета, в полной мутации, два цветоносика. 106 номер для брони, цена 3600. Компактненькие кустики, хорошенькие на корешулечке. Так, 106, бронь вижу, Елена Лихих. Бабочки есть еще. И есть вот такой вот один, единственный пилорчик. Красавец. Даже практически трилипс. Такой вот темный, шоколадный красоту. Номер 107, цена 3800.
Так, 107. Елена Бобрышева. От кимоно чуть-чуть минимальное отличие. У кимоно более видны весь вот рисуночек, все клеточки. Более такой вот красноватый цвет. Черри чуть темнее. Так, 107. Елена Бобрышева. Пилорчик. Роскошнейший биглип. Девчонки, кто к нам сегодня приходил забрать свои брони, свои орхидейки, все-все бежали к этому черничному красавчику. Практически черного цвета, в народе его прозвали биглипом Black Stripes. Такие вот шикарнейшие кожаные полосочки, лиловая губа, цветочек 9 сантиметров, рюшистик. С рюшистой такой вот губой. Классный на корешульке, компактный на розеточку. Два цветоноса темной роскошной красоты. Номер 110. Цена 2500. Несколько штучек в наличии. Вот такой вот роскоши. Сейчас на камеру высветляет. Он вот прям практически черно с белым и нежная лиловая губа. Несколько штучек наличие. 110-й вижу бронь Светлана Капранова. У меня тут все падает. Смотрю, пилоров больше нет. Пилор один был. Сразу сказала. Так, еще любителям роскоши. Пару обзоров назад к нам встречался вот такой вот биглипчик на один цветоносик. В эксклюзивчиках тоже он шел. Сейчас пришли с сортом. Вот такая вот роскошь, компактная на розеточку. И шикарная гроздь цветов биглиповых, биглиповых цветов. Обалденно. Как дельфиниумы, да, вообще цветут просто, вот. Просто, да. Роскошные ветви, да, вот такой вот красоту. Смотри, вот этот сложил, какой задник красивый там. Сейчас я пока покручу, поверчу его со всех сторон, покажу, что он во все-все стороны у нас цветет и смотрит. А цветочек крупненький, кожаный, такой вот ягодный, необычный. Невкусный красавчик. Шикарнейшие два цветоноса. Даже не посчитаю, сколько тут цветочков, бутончики вот такие вот леопардовые, темный красотун. Ой, нам тут не слышно. 124 номер для брони. Цена 2600. Тоже несколько штучек наличия. Вот такая вот шикарная подарочная гроздь цветов. Простите. Кто-то не хочет держаться. Такой вот черничный кожаный красавец. Так, я отдаю тебе. И мы бежим дальше. Дальше у нас красотка Тайсука Анна в исполнении садовника Фалинова. Шикарнейшая на корни, шикарнейшая на розеточку. Номерочек 120, цена 2400. Вот такая вот. Лиловая красотка с контрастной желтенькой губой. Вот такая вот красотулечка. В наличии пару штучек. Яркая, милейшая красавица. Шикарнейшая в домашнем цветении. Пышно цветущая, роскошнейшими каскадами. Она и тут у нас на что-то прям стремится. Номер 120, 2400. Вот кого мне она напоминала. У нее тоже по половинкам цвет разделен на петалиях. Да, биглипчик. Сверху темненький, снизу светленький. Да. Так, 120 бронь Елена Деркач, Настя Фролова. И где-то примерно одна или две тайсуки у нас будут свободны. На днях у нас девчоночка из уценочек. Девочка маленькая забрала. Такой биглипчик был на уценочке от Цветашка. Вот он иногда приходит у Фалиновой в обычной линеечке, у него там 2-3 цветочка. Я девчонкам говорю, девочки, берите, он шикарный в домашнем цветении, он цветет шикарным каскадом, крупными цветами. Вот, пришел в эксклюзивчиках, наконец-то, в полной красоте, с толстенной шеей, шикарнейшими корнями и шикарнейшими цветами. Вообще этот сорт в домашнем так и цветет, но здесь, не знаю, может быть, он еще шикарнее, еще пышнее, еще крупнее будет цвести. Даже не знаю, если честно, чего от него ожидать. Два цветоносика роскошно крупных цветочков размером с ладонь. Такой вот обалденный, пушистейший. Номерочек 137, цена 2200, несколько штучек в наличии. Нет, не метеор,
голландский метеор, если только такой. Ой, вот пушистый, яркий, обалденно крупный и острый, такой да. Он еще ему еще сил хватает помультифлорить, да. Это дома прям сразу вот. Мы уже знакомы с этим сортом, встречали его ранее. У нас был на передержке обычный. Вот он цвел где-то, ну, там 3-4 цветочка таких небольших было. Но на передержке он дорастил вот такую вот шикарную ветвь на 12 цветов. Этот, если он уже изначально крупный, пушистый, я не знаю, чего от него ждать. Девчонки, смотри, потом поделитесь. Мутация. Да, он всегда мутантит по цвету, у него чуть разное расположение крапушек, он никогда эффектный не очень повторяет своей красоты, да. Все, каждый цветочек прям уникальный сам по себе. Так, 137-й Светлана Капранова и Елена Деркач. Вижу брони. Еще раз покажу кустик, чтобы было понятно, насколько шикарен. Карибской мечты не было. Ждем на следующей неделе примерно. Далее шикарнейшая, роскошнейшая принцесса пришла к нам в эксклюзивчиках. В прошлой поставочке тоже не встречались пару штучек, а были с мутацией в бабочку. То есть сейчас выводят данный сорт мутации. Такой вот на корне. На розеточку, маленькая такая аккуратненькая розеточка в сравнении с роскошнейшими крупными цветами. Два цветоноса, крупные лиловые цветы. Такой вот обалденный переход от светлого белого к лиловому. Акварельная красота, крупный роскошный беглипчик средней плотности цветочек. Такой вот он тут пушистенький, тоже роскошные два цветоноса мультифлорные. Наш номерочек 119, цена 200. Хочу прям поближе показать красоту. Насколько тут сложный, роскошный. Ой, да. Оттенок, да. Лиловый прям с такими какой-то вот градиентами. Вот белый, да. Посмотреть. Да. Вот этот или он тот, вот у них там такая губа интересная. А все в отличном состоянии, все шикарнейшие на корне, все пушистые. Это все эксклюзивчики, растения премиального качества, все классные. Слушай, ну вот они, у них цена повыше и в закупке, и в продаже. Ну, конечно, но оно разумеется того стоит, потому что это вот прям вид, во-первых, не сравнимый. Ну, это и качество растения, конечно. Да, и качество. Это прям реально, когда берешь и радуешься. Угу. Посмотри, какой цветок крупнейший. Так, лиловый красавец, 119, цена 200, принцесска. Заглянула к нам в гости в этот раз в эксклюзивчиках. Смотрите, как обалденно Фалинова доработала Сару по корням. Сара Бланш, Сара Бланш. Помните, какая она всегда была такая вот хиленькая, масенькая на корне сейчас? Это прям роскошнейшее, здоровенное растение. Такая вот яркая. Её ещё аватар называют, но я чуть не люблю это название. Красотуля. Ну да, я не знаю, какая связь с аватаром, если честно. Ну, называют аватар. Такая вот яркая, желто-розовая, неоновая красотка с плотным цветочком. Обалденнейший в домашнем цветении, долго цветущий, очень классный, яркий сорт. Номерочек 135, цена 2200, несколько штучек в наличии. Сейчас пока. Так, Наталья Синютина, Иванец Анна. Пока ты бежишь выбирать девчонку. Да, я выдумала, где она стоит. Я показываю поближе. Вон там, на тролле. Показываю девчонкам наш обалденно яркий цветочек. Так. Также к нам заглянул Queen Pearl с интереснейшей мутацией. Точно так же у нас эксклюзивчик. У меня уже все заплетается, не могу говорить. Смотрите, сколько у нас пар листьев, шикарнейшая корневая, роскошнейший Queen Pearl. Не просто классика, а вот с такой вот интересненькой мутацией пытались вывести бабочку этого роскошного, яркого, кожаного красавчика. Такую вот красоту. Темно-фиолетовый сахарный велюр. Сепали у нас от Фронтерки. Такие вот розово-желтые гривы.
Яркий, насыщенный кожаный красавчик, 20 тоносов, цветочек 9 сантиметров, номер 121, цена 2100, несколько штучек в наличии. Так, Сара Бланш у нас еще, Людмила Сворнева. Так, что девчонкам показать? Какую-нибудь бабочку пилорика, чтобы не скучали. Компактные пиратики, эксклюзивчики от Фалинова, хорошенькие на крешулечке и компактненькие на розеточке. Игривые бабочки на два цвета носа, персиково-розовые, шикарнейшие, кожаные с вот такими вот замечательнейшими защипами. Полная мутация, безумно привлекательные веснушки, такой вот пушистик. Повторюсь, компактные, невысокие, без длинных цветоносов. У меня сейчас экземплярчик на 3 цветоноса, номер 155, цена 3000. Пиратиков также несколько штучек в наличии. Так, вижу, Елена забронировала. Елене сейчас на 3 цветоноса отдадим. Так, держи. На 3 цветоноса Елена Сошина. Ух. Если есть еще на 3, пиши. Говори нам точнее, а я девчонкам сообщу. Так, еще один игривый трилипс. Хэппи. Хэппи. Я себе тут подписывала. Хэппи Перл. Думала, Хэппи Пич. Так, если есть еще на 30 тоноса, Виктория Рейнер. Нет, только на 2. Такой вот. На 2 нужны? Шикарный трилипсик. Ну, давай. Запишем тогда на 3 на отмену и на 2. Такой вот обалденный. Мне очень он нравится. Во-первых, он пушистый, весь кустистый, ветвистый. Нам большое, огромное количество мультифлорных веточек. Во-вторых, он прям как такой вот граненый алмазик. Смотрите, какая интересная форма цветочка. Остроугольная. Сам по себе темный, сочетание белого, черного и яркой фуксии с вот такими вот тремя яркими губками. Шикарнейший красотун, мультифлорненький, на один цветоносик в единственном экземпляре, 148 номер для брони, цена 2900. Так, вижу 148, Елена Бобрышева. Так, пиратов, бабочек, парфюмки. Не надо больше никому, правильно? Или пока нужно? Нет. Парфюмки, смотрите, парфюмки у нас сейчас есть по уценочке. Бабочки, Королла, парфюмерная фабрика по 1300. И есть Черри Блоссом, парфюмерочка в 12-м горшке по 1500. В единственном экземплярчике осталось. Это вот из прошлых поставочки. Так, да. И снова здравствуйте, снова в эксклюзивчиках. В последнее время прям редко встречается вот такой вот роскошный красавец. Пытались нас сделать Микки, пытались сделать азиатов. Да. Такой вот, я его привыкла называть рифленый мэджик, 140-й 2400, на два цветоноса заглянули, роскошнейшие, пушистейшие и обалденные. Сейчас покажу поближе текстуру цветка. У нас не просто мэджик-арт, а с вот такими вот черными подпаленными по краю и текстурными выпуклыми в 3D складочками. Обалденный красавец, его прям очень интересно всегда на ощупь потрогать. Как вот чипсинка Лейс, такая вот прям рифленая. Безумно интересный, яркий, смотрите, какой крупноцветковый к нам пришел, с какой интересной губкой. Вот на этом прям очень хорошо сейчас игра света тени, очень хорошо сейчас видно все наши складочки. Несколько штучек в наличии, 140 2400. Так, вижу 140, Елена Деркач. Угу. Так, еще одна восхитительная роскошь, что же к нам заглянула в единственном экземпляре. Ой, что-то от пожара, что-то от брауни по форме цветка. Это вообще, ну, Карина. Сполохи ведь вон какие. Сполохи от интриги. Девчонки, кто знает, что это такое? Я видела, похоже, сорт со сполохами. На два цветоноса оно к нам пришло. Такое вот интересное. Это пожар мутированный как будто. Пожара, Карина, интрига, брауни, брион. Все и сразу.
Будто фалиновая решила все семена вместе в одно смешать, да, и получилась вот эта вот красотулечка. В единственном экземплярчике 128 номер для брони, цена 3500. Единственная, неповторимая, неуловимая такая вот красотуля. Кожаная, загорелая. Такая вот красавица. Там парфюмерки в личку скинем. Да, мы вам пришлем завтра. Такая вот. Так, 128 Елена Бобрышева, Ася Асина и Елена Лихих. Девчонки, была всего одна. Поставим броньки на отмену. Так. Ух, безумный красотун. Sunset Kiss. Закатный поцелуй. Розовый биглипчик, обалденно красивый. Я из таких шикарных, интересных сортов. Очень люблю осенний ветер, люблю Pastel Kiss. И вот из этой же серии, такого вот красивого, дорогого пастельного оттенка, но вот с розоватым, кораллово-розовым цветом. Безумно интересный красавец, также несравненный ни с чем. Такой вот розовый, роскошный закат с розовой кучерявой губой. По форме цветка мы, как Pastel Kiss, похожа губа, только но ярче. Сочный, яркий розовый цвет. Также мы из эксклюзивчиков, шикарненькие красавцы. Но цвет основной и тоже не пастела, потому что вот да, ярче, форма ярче. Цветка именно, да. Да. Размер цветочка 9 сантиметров, средней плотности, роскошная интерьерная красотища. Номер для брони 142, цена 2900, несколько штучек в наличии. Так, 142 вижу Елена Бобрышева, Елена Сошина. Сейчас покажу поближе всю текстурку. Подложка даже с таким желтоватым оттенком, он прям просвечивается среди этого персика. И смотрите, я его показываю так, он более персиковый. Если показываю прям one fast, то прям такой вот розово-коричневатый, интереснейший. Вот такая вот у нас игра света и тени. Под юнельками, наверное, мы вообще горим ярким, роскошным цветом. В общем, вот такая вот красотища. Несколько штучек в наличии. Так, двум Еленам по розовым красавцам. Так, плавно переходим к ярко-желтым сочным. Ярко-желтый сочный манго. Единственный пришел. Девчонки заказали их 20 штук, пришел один. Что-то нам не додали. Вот такой вот красотун. Яркий манговый красавчик на 20 наносов. 147, 2600. Вижу бронь Елена Деркач, Ася Асина. Вижу, девчонки, сейчас всех подпишем. Манго ждем еще. Мы с голландцев не слазим, чтобы они нам точно все додали. Первая Елена Деркач. Так, но зато мы дождались наконец-то Раульчика. Рауль в последнее время прям какой-то роскошный эксклюзив. Вот буквально года 3-4 назад они встречались. Их можно было встретить где-то в масс-маркете, например, в Леруа. Там редко, но метко можно было его поймать. Сейчас вообще какой-то неуловимый сорт. Почему-то вот только в группах где-то очень редко, не во всех, можно встретить роскошного красавца Рауля. Рауля мы очень любим. Очень такой старый, устоявшийся, популярный сорт. Безумно любят его за шикарное пушистое цветение и за неприхотливость. Максимально плотный цветочек с велюровым напылением, вот такого яркого цвета. А тигровый весь какой? Весь тигровый, весь леопардовый. Я помню, раньше его как-то называли розовый леопард, но это так, в народе. Но я когда видела Рауля других садовников, у него такой столько вот крапа не было. Коралловый. Был краб только на сипали. Он сейчас в эксклюзивчиках пришел, да. А сейчас он вот такой вот крапчатый, очень классный. Да. Номерочек наш 122, цена 1900, два цветоноса, несколько штучек в наличии. Кто любит необычные оттенки, необычной текстурой, рекомендую присмотреться к этому сорту. В домашнем цветении выдают шикарнейшие каскады, вообще несравненные ни с чем. К
Коралловый красавец с крупным крапом. Кстати, чуть отличается летнее-зимнее цветение. Летом у нас больше крапок. Мы хотим быть более леопардовыми, более заметными в жаркий сезон. Зимой мы становимся такими приглушенными коралловыми, и от крапок у нас остается один намек. Сахарный, бархатный, плотноцветковый, долгоцветущий, пышноцветущий, с шикарным каскадом. Поэтому и любимый, и неуловимый сорт. 122 900. Далее шикарная красотка Балбина или винный вельвет, классная, на корне, на розеточке, тоже в шикарном эксклюзивном исполнении. Сейчас покажу поближе. Крупный роскошный вельветовый цветочек темного, практически черного цвета, такой темно-темно-фиолетовый с фуксиевой губой, плотный цветочек, велюровое напыление и сам по себе крупный. На данный момент размер цветочка 9,5 сантиметров, домашним цветет до 12 сантиметров, шикарнейшими крупными роскошными цветами и шикарнейшим каскадом. Наш номер 104 или 104, цена 2300. Ну или 206, 260, ну, можно. Что-то с кем-то тут подписали, да. Такая 104. Вот красотища. Тоже пару штучек в наличии. Смотрите, с какой доработочкой по корням. И на этот раз прям компактные такие вот кустики. Да. Так, держи, пока отдаю тебе. Но мы с ним не прощаемся. Так, эксклюзивчик. Тоши подобная красавица, вот такого нежнейшего оттенка, да. Такая вот нежно-сиреневая, с темно-фиолетовыми подпалинами и малиновой губой. Тоже линеечка эксклюзивчик у нас, это под азиатский сорт, и состоящий из много-много слов, много-много букв, и в конце перл. Да, какой-то сорт, который сейчас покупают еще в детках. Да. Номерочек 109, цена 1750, два роскошных пушистых цветоносика, несколько штучек в наличии. А девчонки, которые находили его у азиатов, спрашивали, это же он, и забирали, кстати. Да, да. Так, еще один роскошнейший биглипчик, Red Rose. Я сначала, когда их увидела, издалека в темноте, ой, это прям ой, девчонки. Я почему-то подумала на манту калимантанту. Манта калимантан, мы же их не заказывали. Вот покажешь сравнение. Потому что рядом. Сейчас вот я показываю под лампой, мне дает какой-то холодный сиреневый оттенок. Вот он розовый, но почему-то вот видна какая-то сирень. Да, сравнение. Вот манта, она вот с каким-то таким более синим. Манта. Под тоном, да. Но цвет совсем рядом стоял. Да, здесь у нас именно такой роскошный, розовый, холодный оттенок, благородный. А наоборот, такой вот припыленный. Кучерявенькая губища. А губа ярко вообще. Да, балденщий. А тигрульки там. Обалденнейшие веснушки, точно так же, как у манты, плотный цветочек, вот такой вот плоский, но покучерявее губа, поинтереснее, поигривее цвет, крупный. Ой, цветочек. Ой, сипали, смотри, какие. 9 сантиметров, да. Они же полосато-тигровые там. Вот такая вот красотулечка, вот сейчас показываю средний цветочек. Вот такой цвет, кстати, да, реально. Цвет у него реально такой, да. Лиловый. Другие прям холодным отливают. Он прям лиловый, он не сиреневый, никакой. Такой вот красотун. Наш номерочек 144, цена 2800, два мультифлорненьких цветоноса. Тут собрались мультифлорить, несколько штучек в наличии. Мне кажется, нам вот эту поставку должны были под зарплату прислать. Что-то вот не вовремя. Я просто понимаю, сколько сейчас там человек смотрит и держится, ждут, пока муж уснёт. И как сижу, у нас активные брони идут именно ночью. Когда муж засыпает, просыпается мафия, идет смотреть обзор. Да, ночью уговаривать проще. Вот лайки пошли, лайки пошли. Это от мужей, которые страдали. Согласен на орхидею. А у него же нет выбора, оплата прошла уже. Назад пути нет. Так, красавчики, лимончелло, в этот раз к нам заглянули в эксклюзивчиках,
такие вот яркие красавчики с плотным зефирным померановым цветочком на 2 цветоносика, номер 130, цена 2500, несколько штучек наличий, яркие желто-зеленые вот такие вот лимонадики, насыщенные красавчики. В домашнем цветении у нас еще крупнее цветочек, сорт не выгорающий, вот такой вот интересный красоту. Пришли, кстати, интересненькие, смотри, листики, как у ландыша, как у брёнчика, такие вот прям вытянутые. Вот, тоже эксклюзивчики, номер 130, два роскошных, пушистых, крупных цветоносика, вот такие вот милейшие кустики. Вот, вот так вот показываю, хоть девчонкам понятно, да. То, что размер цветочка размером с горшок. Но лимончелло, конечно, очень яркий, внимание на секс. Да, да, берет. Так, что у нас еще? Ух, какая интересность тут. Интереснейшая розеточка, прям такая вот выгнутая. Видимо, к нам так свет попадал. 130 Асиасина. Я сначала думала, что с деткой, но нет. Вот такая вот интересная у нас розеточка округлая. Это у нас красавчик Поворотти на 2 цветоноса. Сейчас верну Поворотти. Будет видно. Такой вот роскошнейший красавчик. Пилор, кстати, интересно, на этом цветоносе по половинке. Половинка пилорик, половина бабочка. А на этом прям полноценный роскошный пилор. Безумно люблю. Красавчик Монтрё. Называют его Поворотти, Монтрё по-разному. Атласный, красный, невыгорающий, яркий. Красавец, безумно красиво лоснится, переливается роскошным, классным перламутром. Кожаный плотный цветочек, долго держит цветы, в домашнем шикарнейшая гроздь. По-моему, их всего два к нам пришло. На 2 цветоносика, 150 номер, цена 3600. Тоже сейчас все максимально подробно, близко покажу. Ой, там тоже тигр внутри. Да, мы любим. На желтом фоне. Бордовый краб. Красотой. Да. Я пилоры обожаю. Ну, Поворотти, Монтрё, да, у них там есть минимальные отличия по цвету. Ну, в целом, практически одно и то же. Ну, он такой вот ближе к красному цвету, да? Без фиолета. Да, бордовый, да, без фиолета. Такой. Я прям раньше так его хотела. Я тебе не отдам. Прям гонялась за ним, его везде 150. забрали. Ну, конечно. Ты ж хотела-то какая, а? Так, что еще? Пришла к нам кожаная красавица Каода. 145 номерочек, цена 3000. Покажу поближе роскошную красотку. Заглянула к нам в эксклюзивчик. Шикарная красавица. Кожаный черный цветочек с контрастной белой губой. Очень любимый многими сорт. Кто-то... Вот люди делятся на два типа, да? Вот кому-то прям черный лебедь, любовь любовная, а кому-то Каода. Каода вот тоже? Прям... Я не встречала пока что архаманов, которым нравится и черный лебедь, и Каода. Девчонки, конечно. Если такие есть, напишите, у кого есть и то в коллекции. Вот почему-то всегда приходит к нам, вот сколько у нас были данные сорта наличия. Вот прям девчонки даже вдвоем подружки приходят, одна на лебедя бежит, другая на Каоду. Хотя они оба черные. Оба черные, да. Контраст, именно белая губа. А губа еще с, смотри, какими как точечками. Арбуз или дыня, да? Вот люди не могут определиться, кто-то больше арбуз. Губа с точечками такая. Дыня. И цветочек кожаный, он весь такой ровненький, гладенький. Ну, Каода более мультифлорное по цветению. Если лебедь у нас цветет на моно, цветонос цветет на каскад, то Каода цветет очень-очень пышно, пышными ягодками, с такой вот контрастной губой. Да, Каода ароматный сорт, Каода всегда выдает шикарные корни, всегда вот сразу вот виходкой, там стрессовала она, не стрессовала в дороге. Вот вроде смотришь, какая-то вот такая вот растение, какое-то вот чухленькое. Вот помню, раньше прям... В Леруа еще, когда обзоры снимали, вот там приходили вообще без единого корня. Вот вроде смотришь на нее, а она потом хоба, и вот прям веер корней выпускает. Ну, интересный, неприхотливый сорт. Такой вот контрастный. Сейчас точечками. Максимально точно передается цвет, хорошая цветопередача. Да. Так, даже чуть потемнее. Так, у Светланы есть оба. Подожди, мы нашли человека, всё, который... Все, сломали твою логику. Любит все.
Ну, вдруг. А мне кажется, кто любит темные, они любят все темные. Они прям собирают коллекции темных. Не знаю, коллекции вот я прям не встречала. О, хочу пилорик. Знаешь, вот поближе хочу показала, пилорик. И сразу лайки посыпались. Да. А то вот тут издалека все показываешь, ну, девочкам не видно. Пакетик еще матирует, дает свое, да. Так, кодочка у нас 145-я на 20 тоносика, цена 3000, несколько штучек. Она вижу более компактная. Асясина, вижу Елена Бобрышева. Есть еще девчонки, кто хочет. Так, даю пока тебе. А я не знаю, за что хвататься. Я вот хаотично бегаю. Мне интересно все показать. Все классные, все вкусные, все интересные. Шоколадки. Девчонки, шоколадки. Пришло 3 штучки всего. 151 номерочек. Цена 2600. Такие вот красотки с крупным обалденным цветочком. Здесь у нас мутация Art Nouveau в шоколад. Сразу виден размер цветка 11 сантиметров. Сжатая шоколадная максимальная текстура. Здесь вот прям видно отсылочку к Art Nouveau. Такая вот роскошь, полная мутация. Все бутончики шоколадные, зеброчки. Так. Шоколадки Светлана Капранова, Эльвира Никифорова, Светлана Власова, Елена Бобрышева, Валентина Шальнева, Надежда Михайловна. Так, всего 3. Будет много брони на отмену и будет до заказа в следующей неделе. Давай по порядку, кто первый? Так, первая очень хотела Светлана у нас Светлана Капранова. Капранова, да, она прям ждала шоколадку. Вторая Эльвира Никифорова и третья Светлана Власова. Остальные девчонки пока на отмену. Так, что еще из мутантиков? Кстати, пару штучек попугайчиков есть в наличии. А здесь у меня попугайчик именно мутант. Мутация в Марию Терезу наполовину. Как дальше себя будет вести, неизвестно. Может так и цвести. В дальнейшем один цветонос попугая, один Мария Тереза. Может цвести попугаем, может цвести Терезой. Мутанты всегда не знаешь, чего от них ожидать, какими они будут в следующий раз. Вот такую вот красоту. 141 номерочек, цена 1700. 20 носика. Еще одна интереснейшая мутация Мальвина. Мальвину обожаю. У меня несколько мутантов дома, и я не знаю, что мне цветет. Процветет, пока не цвели. Цветение было весной, но у меня зацветет в прихудшем раскладе 3 Вероники и 3 Мальвины. Не знаю, почему-то мне все их мутации нравятся, я их все решила себе собрать, всю коллекцию. Ну, не дай бог, у меня будет 3 простых Мальвины и 3 простых Вероники. В общем, вот такая вот кожаная красотка, видны прям отсылочки к Мальвине, но кожаный цветочек, как вот... Минут, наверное, 30-40 назад вам показывала. Был биглипчик такой. Вот точно такой же на ощупь кожаный цветочек с черными подпалинами и вот такой вот темной губой. Цветочек крупненький, как у мальвинки. Где-то сантиметров 11. Классный экземплярчик на корне, на розеточку. В единичном экземпляре. 105 номер, цена 2600. Далее роскошный велюрчик к нам заглядывает в тесте, когда когда-то просто темный бархат, когда-то вот с таким вот розовым рисуночком. Это у нас эксклюзивчик от Фалиновой, их несколько штучек в наличии. 2 мультифлорнейших бархатистых цветоноса. Но на камеру всегда почему-то такой вот прям малиновый, но вживую прям практически черный, роскошный велюровый бархат. 2 цветоносика. Здесь у меня цветоносы с точки роста по ценочке 1800. Номер для брони 103. Нет, розочки нет. Ой, ты мне подставляешь, отлично. Зоя, Galaxy, девчонки, Зои пришло всего 2 штучки, мы ждали палеточку, но нам досталось всего лишь 2. Роскошная велюровая яркая фуксиевая Зоя, размер цветочка 9 сантиметров, с доработочкой по корням. Давай покажем девчонкам поближе. Конечно, такую красоту, как не показать. Крупная. Да. Да, можно Рауля, Елене Бобрышевой. Угу. Номерочек 136, цена 2600, девчонки, всего-всего 2.
Скажешь номерочек у Рауля, какой был девчонкам? Да, сейчас. Так, Раульчик у нас номер... Ой, нет, 122. Так, вот такие вот шикарненькие желтенькие биглипчики. Тоже что-то в стиле гриндэнсера, но чуть с другими веснушками. Яркий неоново-желтый. На камеру почему-то делает более зеленый цвет. Цвет желтее, чем на камеру. Прям такой вот потеплее по контрастности. Пушистенький мультифлорный биглипчик. Компактный кустик. Два цветоносика, номер 154. Цена 2500. Слушай, несколько штучек в наличии. Ярче и цвет желтее, чем у лимончелло, да. Такой вот красавец. Желтый-желтый прям. Так, 154 Ася Асина. Я показываю шикарнейшую мультифлорочку. Мы в этой поставке еще получили мультифлорок. Показываю такую вот компактную ягодку. Такая вот на корешульке, на розеточку. Их несколько штучек в наличии. Вот такая вот пушистая-пушистая бусинка. Мы когда привезли цветы, у нас вахтер говорит, это что за бусинки, это что за бусы, ух, какая красавица. Обалденно шикарная гроздь, вот словно сирень, но при этом черного цвета. Шикарнейшая красотка, что-то похожее на эсму, но здесь у нас эксклюзивчик. Пришла в тестиках, вот такая вот компактная красавица. 12-й горшок, роскошнейший, пушистейший цветонос. Смотрите, сколько здесь бутончиков, сколько здесь этих черных кожаных цветочков. Такие вот две веточки сирени. Ах, даже три цветоносика здесь у меня. Номерочек 143, цена 1700, несколько штучек в наличии. Так, 143, Людмила Косякова, Марина Ромашина, Юлия. Ой. Елена Бобрышева, Людмила Косякова, Марина Ромашина, Юлия. А 154 Ася Асина. Запомнила? Ладно, потом дозапишем, можешь пока в телефон смотреть. Ага, все хорошо. Так, я покажу роскошный кожаный биглипчик. На днях мне попадался, где-то попадался, ну, я не запомнила сорт. Девчонки, кто знает, напишите, пожалуйста. У меня вот прямо отсылочки либо к Фантому, либо к Леопатре. Вот. Ой. Чем-то цветовое соотношение мне напоминает. Это какой-то коричневый. Да, вот такой вот темный коричнево-бордовый, да, прям с уходящим в черном, с таким вот переходящим цветом. Плотный кожаный цветочек, роскошное крупное белое губище. Тоже сейчас покажу вам без пакетика, то он у нас ужасно все матирует и делает блеклым. Вот такой вот красоту. Номер 146, цена 2800. По-моему, их или 2, или 3. Так, 143, несколько штучек. Девчонки, есть еще, кто хочет, но боится, что не успел, есть еще. Так, биглипчик 146. Так, Белор. Шикарный, пушистый, крупный цветковый красавец. На 14 цветочков. Вот такое вот пушистейшее облачко. Он не очень фотогеничный, но он прям роскошный. Роскошный и неповторимый. Такой вот темно-малиновый красавец с леопардовыми петалиями, такими вот чудными, фуксиевой губой. Размер цветочка 9 сантиметров, весь с защипчиками, полная мутация. Смотрите, как выглядит сам пилор. Интересный. Главное, здесь такой вот яркий, леопардовый, игривый, а сбоку посмотришь такой вот милейший белый колокольчик. Шикарнейшая пушистейшая растень, номер 129, цена 3500. Такой вот пушистый, яркий красотун. Так, также у нас в наличии Эдита. Мутации по цвету в бабочку. На всех цветочках есть складочки, но не защипчики, а складочки. Вполне склонная к мутации в полную бабочку. Яркая желтая кожаная красотка с красненькими лучиками. Номер 149, цена 2500.
Один мультифлорный, вот такой вот яркий цветонос. И вот такая вот у нас интереснейшая мутация. Так, что еще? Девчонки, кто у нас любит Лас-Вегасы, кто у нас любит пожары и горизонты? Голландия пошла дальше, решила скрестить все и сразу. И получилось вот такое вот шикарное нечто. Здесь и Лас-Вегас сочетается, и Монако, и горизонт, и пожары, все на свете. Безумно классный коричнево-золотистый цвет. Я бы сказала, что он какой-то закатный, но почему-то у нас закатная орхидея ассоциируется с кремово-розовыми. Здесь вот такое вот коричневое сахарное золото, мультифлорочка в 12-м горшке, несколько штучек наличий. Безумно красивый, сложный цвет. Если у нас Лас-Вегас желто-золотистый, то здесь вот именно вот такой вот коричневый подтон. Кожаный цветочек, смотрите, какой фиолетовый оттенок на сепалиях. Два мультифлорных цветоносика, номер 157, цена 2500, несколько штучек в наличии. Также заглянул к нам в гости калейдоскоп. Вот такой вот шикарный красавчик. Non-lip. Безумно классный, яркий. На 20 тонов. Шикарнейший на корни, на розеточку. Смотрите, какая шикарная доработка по корням. Я помню, когда они только появились, они так кидались корнями. Так дорого стоили, так кидались. Сейчас прям шикарнейший. Такой же по цвету, но с шикарной доработкой по корням. Покажу поближе цветочек. У нас пока начальная стадия раскрытия цветочка. Он пришел в гринке, всего по 30 точек раскрыл, поэтому по размеру пока не судим. Вот у этого сейчас размер где-то 9 сантиметров. Будем еще доращивать. Пришел к нам один, 153, цена 3000. Так, первая Мария Карабанова на отмену Елены Житкова. Ох, каких-то пушистых красоток девчонкам достаешь. Да, выбираюсь, стараюсь. Так, Марина Карабанова первая. Мария Карабанова, вторая Елена Житкова, третья Елена Кривошеева. Так, что еще? Да, заказали. Еще девчонкам в прошлый раз не хватило осенних ветров. Также заказали эксклюзивчики с доработкой по корням. Шикарный корневой. С размером с мизинец, от шейки в горшке, шикарнейшие экземплярчики осеннего ветра. Крупный персиково-розовый красавец на 2 цветоносика, номер 158, цена 2000, их несколько штучек в наличии. Так, 158 вижу Елены Деркач. Такая вот красотуля. Так, Иванец Анна, вижу бронь на 20 тонносика. Обалденные красавчики. Вот мне прям нравятся они даже по весу. Вот его держишь в руках и думаешь, блин, вот это вот дерево. Действительно роскошнейшая, шикарный красотуля. Так, что еще? Тестик, эксклюзивчик. Классный на корни, на розеточку, безумно сложного оттенка, на кремовой подложке. Вот такие вот фуксивые сполохи, фуксивая венозность, очень сахарный. Размер цветочка 9 сантиметров, яркий, плотный красавец. Номер для брони 159, цена 1600. В единичном экземпляре. И последняя красотка в нашем чудесном обзоре. Такая вот яркая, венозная красавица, пушистенькая на два цветоноса с крупным ярким вот таким вот цветочком. У нас и венозность акварельная, и веснушки, и яркая золотистая губа. Цветочек средней плотности, 9 сантиметров. Вот такой вот пушистенький экземплярчик. Номер 152, цена 2600. Так, вижу, девчонки добронят, вижу пилорики, бабочки, 115. Так, мы сейчас все показали. Сейчас мы составим
Все, и снимем вам видео по тому, что осталось в наличии, можно будет еще добронировать. Большинство экземпляров у нас по несколько штучек в наличии, есть дубли, можно добронить, можно еще успеть. Так, темный леопард пилорик вот или вот этот, да. Поближе покажи. Столько леопардов было, я даже не знаю, какой. Теперь пилорик от нас отвернулся. Куда-то, куда-то, да. Надо сбоку смотреть. Он задом к нам отвернулся, куда-то в стену смотрит. Самый первый. Этот коричневый необычный вообще очень. Очень-очень цвет необычный. Коричнево-желтый, да, прям такой вот ягуарчик. Нет, не ягуарчик, а кто у нас желтенький? Нет орхидеи больше такого цвета. Вот никого нет такого цвета. Еще и губа розовая. Такая бело-розовая. Такая вот, да. Кожаный, плотненький такой вот цветочек. Тоже, наверное, какую-то Азию так, скопировали. 146 еще Елена Бобрышева. Вот такой. Таких всего два. Никогда. Надо посмотреть, что в наличии. Не-не-не, там он еще. У нас большая поставочка пришла, поэтому тут мы сами путаемся еще, где что стоит. Только-только все растаяли. Так, по обзорам. Сегодня у нас был обзор именно мутантов, эксклюзивов, бабочек-пилориков, бабулеточки. Сегодня три липсики, чего только не было. Много красоты. Даже бабочки, даже пилорики, некоторые сорта, по несколько штучек в наличии. Завтра у нас будет еще один обзор. Завтра у нас будут миксы и сорта. Тоже будут эксклюзивчики, тоже будут долгожданные, но уже без интересных мутаций. Поэтому... это видео, кто не успел посмотреть, пересматривайте обязательно, много-много вкусняшек. И завтра тогда ждем вас еще раз, еще на обзор уже с классными миксами. Так, все, что показывали сегодня, можно еще добронить. Брони будем рассылать завтра. Всем пришлем подробные фото, видео. После обеда не теряйте нас. Да. У нас там почты и прочие всякие мероприятия. После да. обеда мы начнем рассылку. А сейчас брони. Вообще все бывает. Все бывает. Даже азиатские сорта, кто девчонки спрашивает. В Голландии сейчас много что встречается. Причем да. многие сорта, которые только вот даже мы, только которые заказали с ожиданием на 25-й год себе в личную коллекцию, они сейчас уже в Голландии цветущие. Есть. И вот и обидные вроде кажется, ну вот тут не надо выращивать. Причем, неизвестно, да? что зацветет. Да, вот ты просто уже видишь готовое растение, уже цветущее, уже подрощенное, с хорошими корнями, шикарными розеточками. Вот в эксклюзивах сейчас роскошнейшее растение. Да, да. Как оно есть, нравится, не нравится. Без пересортов, без всего. Расцветёт. Угу. Вот те же брионы, да, сколько заказывали. У меня даже дома они еще в подростках есть. А он уже, блин, готовый. Хочешь бабочка, да. хочешь пилор, хочешь тебе одна ветка такая. Хочешь одна ветка, хочешь такая. Две, хочешь бабулеточку, хочешь бабочку, хочешь классику, вообще на любой пока вкус. Вот в массовой продаже много, конечно, этого нет. Это приходит нечасто, и вот такие поставки тоже классные, не так часто, да, бывает, потому что да. не всегда бывает, все попроще приходит. Но вот пока есть, надо пользоваться возможностью. Да. Так. Сразу не разглядел, пока я... Да, я тут просто на одном пока стою. Я вот могу еще показать, что тут вот не унесли. Но там вот мы сейчас запишем видео, пересматривайте еще раз. Да, что есть в наличии. Может быть, кто-то что-то не досмотрел, кто-то отвлекся, кто-то что-то пропустил. Кто у нас первый раз, отправляем почтой, отправляем Яндексом. Сейчас, в принципе, самый, наверное, гуманный способ доставки — это Яндекс, у них цена адекватная. Да, да. И у них там не сильно зависит от количества почты. Цветов, да, ценник практически один. Все приходит быстро, хорошо. У Яндекса брауни, да, да, остались. У Яндекса огромный плюс, в отличие от почты. Почта начала сильно дико чудить со своими габаритами, со своим весом. Да, отправляешь посылку, они замеряют каждый сантиметр, каждый миллиметр, и вес точно до миллиграмма вводят, и с каждым сантиметром растет стоимость посылки. Яндексу сейчас вообще без разницы пока. На вес посылки, на размер посылки. У них все это что-то за Excel, что-то вот там такое, и нет вот этого вот, то, что вот у тебя плюс 3 сантиметра, на тебе еще 100 рублей к отправке. Да, они очень лояльны, пока мы, конечно, их не рекламируем, но просто
насколько удобнее, мы видим, да, и цена. Особенно там, если один цветок плюс-минус, разница небольшая, а вот если 4, там 3, 5, там уже не зависит от количества цветов, у них да. ценник на одном уровне останавливается, и все. Поэтому пока вот гуманный способ, чтобы... Ну, мы очень старались найти что-то интересное, что да, хорошо, быстро бы доходило, всё. Не лежало там в пунктах выдачи по несколько дней, не лежало бы там где-то вот в сортировочных центрах, что будет mm-hmm. хорошо ходить. Мне еще Яндекс очень нравится за отслеживание. Все приходит да. день в день. У максимально. У них всё по датам четко расписано, да. где ваша посылка. То есть мы вам регистрируем будет. Посылку и... присылаем трек номера, и у вас сразу написано, что в такое-то время, такого-то дня она ваша посылка там, да. пойдет оттуда туда-то. В такое-то время она придет в этот сортировочный центр, в такое-то время из него уедет и поедет туда-то. Там просто все по секундам. Да, доставляет в регионы везде до Сибири. В Сибири, я так понимаю, Яндекс есть частично. В крупных городах. В Новосибирске Дальний мы Восток видели, пока нет. отправляли уже. Дальний Восток нет. И по центру даже есть в малых населенных пунктах. Отправляем, отправили уже посылочек много, ни одной жалобы. Ну вот, например, у нас Липецкая, Воронежская область во многих малонаселенных пунктах, там с численностью там 5-10 тысяч человек, везде есть Яндекс.Маркет. Ну, как Озон, как Вайлдберриз, да. И там же, как правило, бывает. И там же открывают Яндекс, да. Авито, Яндекс, все вместе, поэтому. Да. Если есть хороший пока способ, дальше будем смотреть. Да. Ситуация меняется. Ситуация меняется, да, может быть, потом Яндекс тоже может, поднимет почта одумается. Цену. Но будем подстраиваться под ситуацию, искать вам что-то максимально интересное, вкусное и выгодное. Да, в Сургуте нет. Больше не будем, наверное, затягивать обзор. Сейчас выложим видео. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи.